kako lo. Братья, передавайте привет. Дядя Витя, подходи, там шоколадка, в СОП стоит. Сейчас, Ванечка, приведу мормышечку. Давай. Индастриал сегодня. Лепая. Народа немерено. Эрик Джан. Так, там что-то натряхивают. Колдуют что-то. Что тут у него? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим сегодня на самого. Глубоко. На водку. Какая, Ваня? Должна быть первая. 8 метров. Где-то так, да. Ну, подходи, там ничего, найдем, шоколадочка. Найдем. Хорошо. Здравствуйте. Тебе привет. Я сегодня смотрю, у вас что происходит. Можете поделиться парочкой секретов, что вы применяете в столь достойной ловле? А, кстати, к слову, 8 метров под нами, подо льдом. Леска 03. Леска 03. Джиголовка. Джиголовка 17 грамм. Вообще-то икрой. Такие у меня легкие снасти. А вид с собой. Вот, в качестве кивка. Вот, в общем-то, секрет. Удачный рыбак. Выползок. Главное, выползок. Там ловят на выползках сегодня. Артём. Вот, кстати, этот лещ, о котором он говорил. Я его рукой поймал. Тёма, правда? Правда, правда. Ваня, не шутит. Как поклевочки? Нежные, да, очень? Очень-очень. Ну, в общем-то, сегодня очень рыба неактивна. Все сидит на льду. А сидит очень много народа. Рыбу практически не ловят. Но достают. Пошел у нас дым. Дымовая завеса. Выкуривают слепые. Наверное, придется на кольчик поехать сегодня, да? Как вы думаете, да, Геннадий? Так, сегодня Лепая работает такая дурная проводка. Снимаем. Пускаем. Поднимаем. Малейшие изменения, колебания, аномалия, наводки, это и есть поклевка.